Та-дам! И это снова мы. Если ты сюда зашел, то быстрее ставь лайк. А мы передаем слово Софии. Всем привет, ребята! И с вами я, Софи. И вы на моем канале Софи Микс Шоу. Я вам по секрету скажу. Мы его прямо сейчас вот так вот запихаем, и все. Что мне 4 часа ждать? Недавно я была в книжном магазине и заметила вот такую вот очень интересную для меня книжку. Как вы знаете, я очень люблю готовить. И кто подписан на мой инстаграм, он знает то, что я уже готовила и тортики, и печеньки. И когда я приготовила один торт, я просто потом замучилась отправлять рецепты. Я просто не знаю, сколько сотен рецептов я отправила в инстаграме. Поэтому на моем канале будет новая рубрика Little Chef, где я буду готовить по вот этой книжке. Сегодня мы с вами приготовим, мне кажется, очень вкусное мороженое эскимо. Ну что, давайте начнем? Ну что, ребята, давайте я вам немножко покажу, что это за книжка. Она очень красивое оформление, которое мне очень понравилось. Тут все удобно, легко рассказывается. Она такая красивая, и мне она очень понравилась. Она меня просто зарядила, и я решила в честь этой книжки сделать рубрику. С этой книжкой сможет приготовить любой ребенок. Тут очень все удобно рассказывается. Есть обозначение, это лучше приготовить с мамой и папой. Тебе понадобится ли помощь родителей, сколько это занимает времени. И все очень объясняется на легком, доступном языке. Все понятно. Ну что, давайте начнем. Я так уже хочу начать. Первое мы с вами приготовим эскимо, потому что эскимо у нас будет в холодильнике стоять, и пока мы будем с вами готовить дальше, оно заморозится. Ребята, не забудьте подписаться, пожалуйста, на мой канал, поставить мне лайк, мне будет очень приятно. И если вам нравятся такие рубрики, то поделитесь с друзьями. Ну что, я открыла книжку на рецепте. Первое, что нам говорят, очистить кожурку. Ну, конечно, мы с вами не догадаемся, что надо банан очистить. Мы его прямо сейчас вот так вот запихаем и смолотим в блендере. Вот поэтому мы очищаем банан, перед этим его моем. Вот. Нам понадобится вот такой вот греческий йогурт. 140-150 грамм. Самое крутое, то что тут надо просто все взять, положить, и снова эскимо готово. И все, мы это все с вами закрываем. Ну что, ребята, основа наша готова. Мы ее сейчас раскрываем. И сейчас я... И все. Смотрите, это мои формочки для эскимо. Это те формочки, в которых я делала то мороженое. Кстати, это видео, где я делаю другое мороженое, которое получилось тоже очень вкусное, я вам по секрету скажу. Можете посмотреть на моем канале. Ссылка будет в описании. И смотрите плейлист «Съедобные челленджи». Сейчас мы это все раскрываем. И будем переливать в наши формочки. Как вкусно, мне кажется, будет. Вот так вы
сегодня у меня получились фламинго. И сейчас мы это отправляем на 4 часа в морозилку. Я буду, наверное, через каждый час проверять. Вдруг пораньше заморозится. Что мне 4 часа ждать? Теперь пробуем самое то, что я ждала больше всего. Эскимо. YouTube подключил комментарии, поэтому давайте общаться в других соцсетях. Лайки, ТикТоки и Инстаграме. Это первое видео из рубрики Little Chef. Я считаю, что оно выполнено. Жду вас в следующих роликах. Всем пока-пока!